Это мы около моста. Прекрасный большой мост, 942 метра, кажется. Трехрядное движение в одном направлении, трехрядное в другом. И вода как разлилась. И даже вон там, где деревья, это все, там далеко от нее было, а сейчас там вода, вон видно. Вот, сегодня у нас уже, что, наверное, 24 мая 2024 года. И вот это паромы разные, около них маленькие корабли. И люди отдыхают, платят деньги, куда-то ездят, ну что-то им показывают. А здесь вот эти вот они начали специально и бросили. Скорее землю захватывают в городе. Вот такое дело-то. Ну а тут рядом вон видно монастырь. Осторожно. Монастырь Дмитрия, кажется. Вот так. А вот здесь Иоанна Предтечи. Там кладбище было, все разровняли. И вот Барнаул. Вот где мы находимся. Мы пришли помолиться под мостом, чтобы никто его не трогал. Потому что то, что сегодня делается, безумием только можно назвать. Крымский мост взорвали, а тут тем более. А мы каждый день раньше ходили, сейчас сил не хватает. Молимся. Все, пошли. Мы с сестрой ходили. Вот мы у моста. И вот там вверху, если смотреть внимательно, можно увидеть гнезда. Я не знаю, тут увидишь или нет. Желтенькие такие. Это береговушки. И в другом месте там еще есть. Как же это показать тобой людям? Ну вот это вот фонари. И вот там где-то есть они. Это мост Барнаульский. И вот здесь как разлилась река Матушка. Ну, прямо около моста. Сейчас там были. Вот подходить можно. 3-4 промежуточные. Лестница идет туда. И вот на корабликах садится корабль. Баржа, около баржи как раз эти теплоходы. Я сейчас сниму, сколько, где, что, чего стоит. А тут мусорные ящики есть. Ну что, вытряхивает, видать, эти. Называется пристань у моста. Теплоходы Москва 70, Мурена и вот 3. А вот стоимость. Барнаул, город Сибири. А тут вот помаленьку что. Красота. Как говорили, это.
вот они что, лес здесь, эти натянутые тросы, чтобы не снесло. А вот разные скамейки, называют жезлонг. Вот сколько леса нанесло. Пены. И прям большие-большие брусья. Вот оно, камера туда. Это мы у моста, здесь продают билеты, какие-то льготы кому-то. Ну все, узнал и иди. Все, тебя примут. Продажа билетов на прогулочные рейсы. Слава тебе, Господи. Все здесь. Барнаул — красивый город. Красивый и чистый, оформленный, сука. Я в прошлый раз как-то